интересная ситуация. Перед выборами коммунисты России выпустили. Помните, я вам говорил буквально вчера или позавчера про то, что когда я шел в 2003 году на выборах, мне в округе врулили Мальцева тоже. То есть я, он причем зарегистрировался первым и взял псевдоним, там если два Мальцева, то можно брать псевдоним, взял псевдоним настоящий. Мальцев настоящий. Но этот Мальцев настоящий проиграл. Вообще это смешные были выборы. Как-нибудь я могу рассказать. Много удивления это вызовет, потому что люди, которые сейчас на федеральном уровне очень много чего значит, принимали в этом, в этих выборах участие, и вы очень сильно бы удивились, если бы узнали их фамилии. Так вот, коммунисты России, значит, выставили спойлер в Москве для КПРФ, значит, 201 округ Удалова против Удальцова, округ 203 Петров против Петрова, 204 Курганов против Курганского, 207 Ульянов против Ульянченко, 209 Волков против Волкова, Таращинский против Таранцова. Но самое интересное, что против Рашкина они не выставили. Они выставили Валерия Рашкина, но в 199 округе. А Валерий Рашкин идет в 196. То есть они каким-то образом то ли побоялись, то ли были определенные договоренности. Но Валер такие вещи не любит. Он не прощает их вообще никому и никогда. Если кто-то с ним в одном округе шел, он потом будет этого человека ненавидеть полжизни. Так что, я думаю, они не решились. Это старая технология. Ну, безусловно, старая технология. А что же вы думаете, кто-то пользуется какими-то новыми, что ли, технологиями? Выборы вообще старые, как мир. Да, поэтому все эти технологии уже опробованы были миллион раз. А что с Навальным? Что-то вообще тишина. А посмотрите, что с Навальным. Там счетчик ведут, сколько дней он за решеткой. Вначале там огромное количество людей все это ретвитило, ставили там какие-то свои отметки, писали там в поддержку. Сейчас все меньше, меньше, меньше. То есть такой пост... Меньше 100 ретвитов, как правило. Можете себе представить. И в основном, кто туда пишет? Ну, не в основном, но уже практически пополам на пополам. Но какие-то путинцы туда пишут, очень радуются они, что Навальный в тюрьме и прочее, прочее, прочее. Понимаете? То есть, ну, Навальный совершил ту же самую ошибку, что и я, и что все остальные, кто занимается политикой в России. Слишком много очков написал нашему народу. Рабский народ не имеет столько очков, сколько мы ему нарисовали. Это наша иллюзия, это наше заблуждение. В результате мы влезли в политику, в результате мы бились за этот народ, да, ну и бьемся за этот народ, Навальный он сидит, да. А у самих сомнений возникают уже сейчас. Думаем, блин, а что же это такое-то? А где люди-то? Куда они делись-то? Или все трупы?